Есть ли коррупция в России? Классический риторический вопрос. Это даже не вопрос, это странный вопрос, это факт. Но вот ведь парадокс. Стоит попросить собеседника назвать конкретные примеры или даже перечислить самые коррупциоемкие сферы, тут же возникает заминка. В каких сферах, по-вашему? В основном, наверное, связаны в сфере... образования, в том числе. Конечно, если продолжить опрос дальше, вслед за образованием, граждане неизбежно назовут здравоохранение. Однако есть здесь один тонкий момент. Вознаграждение врачу, медицинскому работнику многие люди у нас считают чуть ли не нормой. Признаются, платить приходится, а разве без этого можно обойтись? Бесплатная медицина есть в России? Бесплатная, я уже забыл, когда она была. Хирург мне говорит, вы отблагодарили ассистента? Ассистенту даем, ассистент подходит, вы отблагодарили? Это 10 тысяч, тому 5 тысяч. Это известный факт. Образование и здравоохранение – самые коррупциоемкие сферы деятельности в России и в Татарстане. На них приходится 45% всех выявленных правонарушений. Но в медицине, в республике ситуация более тревожная. С учетом огромных инвестиций в эту сферу, средний показатель удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг на критически низком уровне – 47%. Вывод напрашивается сам собой. Значит, существенные ассигнования, выделяемые на здравоохранение, просто разворовываются. У чиновников для этого есть более изящный термин – нецелевое использование. Но по факту за ним кроются десятки различных коррупционных схем, комбинаций, приписок и тому подобное. Начальник управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов на заседании в Кремле привел лишь несколько примеров и фактов, и все они, что называется, вопиющие. Например, теперь уже бывший главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Айдар Амиров создал, по словам Бадрутдинова, целую сеть аффилированных с собой коммерческих структур, которые зарабатывали на госзакупках. Только один пример. С 2016 года больница закупала мягкие линзы для глаз у производителя челнинской компании «Ватан». И в этом нет никакого криминала. Но вот закупала их медучреждение Амирова через двух своих посредников. И как показала проверка, больница закупала линзы от производителя по цене минимум в полтора раза выше. Для сравнения, в Свердловской области одна такая линза обходилась местной больнице по цене 962 рубля. В республике Башкортостан ее брали за 1500, а мы платили 2500 рублей. Бесплатной записи уже не было, там далеко надо было 5-6 месяцев, сказали ждать. Но мы уплатили 1700 и попали первый раз к врачу. Людмиле Гуне, можно сказать, повезло. Дополнительных средств у нее больше не взяли, а саму операцию по очереди провели бесплатно. Но проверкой антикоррупционного управления были выявлены неприглядные факты, когда очередь искусственно растягивали, чтобы создать ажиотаж, и даже включали в нее умерших, а также тех, кто уже сделал операцию за свой счет. Увы, сомнительные схемы закупок были выявлены и в других подведомственных Минздраву учреждениях, в том числе и самых крупных – Республиканском онкодиспансере и РКБ. При закупках лекарств для онкобольных антикоррупционщики также обнаружили значительное завышение цен по отдельным позициям до 200%. Напомню, в программе «7 дней» мы уже делали специальный репортаж на эту тему. С 27 октября мой рецепт лежит в аптеке, лекарства нет, стоимость немаленькая для меня. 8560 стоит упаковка. Это почти вся пенсия по инвалидности, заверяет нас Ляйсан. У нее аналогичная беда, как у Наили, и похожий диагноз. Раз в 28 дней ей нужно делать жизненно важный укол. Врач выписал препарат Золадекс. Я федеральный льготник, инвалид второй группы. Да, мне положено это лекарство бесплатно. В том году у меня была такая же ситуация. В ноябре месяце мне пришлось купить препарат для химиотерапии, который стоит 62 тысячи. Глядя на вседозволенность и нарушение руководителей министерства, подчиненные сотрудники и муниципальное образование также не соблюдали требования законов. Так, нарушение законодательства министерства не проводились антикоррупционные проверки по служащим и руководителям подведомственных организаций. Напомню, речь идет о 150 главных врачах, 10 директорах медколледжей и 150 сотрудниках министерства. В системе образования Татарстана самое распространенное правонарушение – это незаконное совместительство. Когда чиновники из управления образования, как это было в Менделеевском районе, скажем, сами себя трудоустроили в подведомственные им же организации по дополнительному образованию детей.
Часы занятости на рабочем месте у людей, понятное дело, совпадали, но это не мешало им получать по факту двойную оплату труда. Подработка в коммерческих структурах вообще явление обыденное для многих муниципальных чиновников от образования и здравоохранения. Похожие случаи зафиксированы в Апастовском районе, в Казани и в Нижнекамске. Более 800 коррупционных преступлений на общую сумму около 1 миллиарда рублей было выявлено в Татарстане по итогам прошлого года. Уже сам факт такого большого количества правонарушений говорит о масштабе проблемы. Ошибки в декларациях чиновников – это только вершина айсберга, а внизу его преступления, связанные с так называемым конфликтом интересов, покровительство карманным бизнес-структурам, махинации с землей, взяточничество. Махинации с земельными участками стали привычным делом для некоторых недобросовестных муниципальных служащих, констатировали на заседании в Кремле. По результатам проверок было возвращено в муниципальную собственность более 340 гектаров земли, которые были сданы в аренду за бесценок или с нарушениями закона. Причем все это не овраги, а коммерческо-привлекательные земли. Среди тех, кого персонально назвали на заседании в Кремле, и бывший руководитель исполкома Тюлючинского района Рустям Нурулин. За ним числится, судя по докладу Марса Бадрудинова, целый пласт злоупотреблений. По сути, экс-чиновник, используя служебное положение, занимался тем, что лоббировал интересы фирм, которые сам же и учредил. Через аффилированные структуры, где трудились его родственники, проходили все серьезные заказы на строительные работы. При этом де-факто контролируемые Нурулиным фирмы еще и завышали стоимость работ, обманывали поставщиков, использовали при строительстве некачественные материалы. Предприниматели уверены, что в этой ситуации не обошлось без покровительства, как говорится, сверху. Тем более прослеживается аффилированность этой компании с руководством района. Хоть не явная, но косвенная уж точно. Эту горе-компанию еще в 2011 году создал Рустем Нурулин, ныне руководитель исполкома Тюлючинского района. Сегодня он отвечает за инфраструктурное развитие, и в зоне его ответственности как раз и находится весь строительный сектор. Теперь в этих непригодных для нормальной эксплуатации домах жить людям. И, как говорится, в таких случаях весь район знал, но все молчали. И сегодня еще молчат. Это одна из последних съемок нашей программы в Тюлючинском районе в апреле этого года. Среди сопровождающих министра экономики Татарстана лиц вместе с руководством района и знакомый всем нам Рустям Нурулин. Но Минздрав в этот раз все же превзошел всех по изощренности коррупционных схем, а иногда по откровенной наглости. По мнению Марса Бадрудинова, не в последнюю очередь это связано с тем, что руководство министерства во главе с экс-министром Аделем Вафиным не только не пресекало коррупционные проявления, а само находилось, как говорят специалисты, в конфликте интересов. Как выяснилось, Вафин совмещал работу чиновника с руководством кафедрой в Казанском медуниверситете. Но мало этого, он еще и создал при себе в 2015 году конкурсную комиссию по отбору претендентов для зачисления в ВУЗ. Комиссия эта рассматривала предложения районов и определяла будущих абитуриентов. Проверки показали, что часть абитуриентов отбиралась на учебу в ВУЗ по коррупционным мотивам. Мы обнаружили несколько студентов, зачисленных по рекомендации министерства, с баллами намного ниже, чем у других претендентов, но зато с влиятельными родителями. Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. 7 дней.